Так, сейчас будем делать спуск, но сначала сходим посмотрим вон на те скалы. Проход этот пробит взрывчаткой, он неестественный, где проходит Чуйский тракт здесь, в этом месте. Это Яламан, малый Яламан. Вон, кстати, рафтеры видны, уплывающие вдаль. Два рафта, видите, вон там. Вот краешек скалы, подо мной Чуйский тракт. Так, вот прям все получше. Нет, вот так. Круто. Так, ну попробуем найти спуск теперь. В принципе, можно вернуться туда же, где я был. И попробовать оттуда спуститься сикараком. Как правило, спуск найти проще, потому что уже тропа естественным образом тянет вниз. Тут, кстати, кругом овечье говно. Это означает, что овцы тут пасутся на этой скале. Трудно в это поверить, но они сюда легко заходят. Видимо, как-то. Так, ну вот вижу, вот здесь дорога есть внизу. Так, как на нее сойти-то получше? Суть скалолазания в таком стиле заключается в том, что нужно выбирать самые легкие пути. А легкие самые легкие пути очень часто следуют овечьим тропам. Колючек только здесь много, блядь. Вся эта хуйня страшно колючая. Ай, пиздец. Ай, пиздец. Овцам, видимо, благодаря их шерсти на колючки наплевать. Поэтому они ходят напрямую через кусты. А у меня еще кеды для хождения по воде. Не с дырочками. Через эти дырочки колючки легко проскальзывают. Так, вон наш лагерь. Колючка, когда колется, ощущение, что как будто ужалила оса. Или еще хуже даже. Такой очень неприятный укус. Так, ну вот здесь довольно пологий спуск есть по траве. Попробуем по нему пойти. Ай, блядь, колючки опять. Так, ну здесь мы вряд ли по колючкам спустимся. Поэтому полезем, поедем на попе. А, вон там можно, да, съехать? Ага. Хорошо. Спасибо. Когда иду в горы, некоторые спрашивают, зачем мне такие перчатки. А вот чтобы спускаться, упираться руками в скалы голыми, довольно неприятно на самом деле. Вот там, кстати, старый шелковый путь. Камнями, видите, выложено вот там. Отсюда хорошо видно. Сейчас мы туда тоже пойдем. Вместе с вами, зрителями данного видео. Но это в том случае, если я выживу после спуска, конечно. Вот так, не торопясь, на четырех точечках
Будем спускаться. О, мы уже довольно близко от поверхности. Вот здесь, через вон ту расщелину, сейчас мы будем спускаться. Так. Опа. Так, или здесь, или вон там. Так, ну давай попробуем сюда дойдем до края, посмотрим, что там. В принципе, наверное, можно спуститься на попе, если съехать, вот туда опереться ногами. Блять, нет, стрёмно. Пойдем лучше там, через расселину. Тут колючки, зато я тут точно есть во что упереться. Здесь специально приступочка сделана. Так, разворачиваемся. Пытаемся руками. А, блядь. Так. Я слез. Фух. Так, а теперь надо вспомнить, как я сюда залез. Залезал я, походу, вот тут. Ага, вот здесь я залезал. Так, сейчас мы пойдем. Сначала передом пойдем, потом развернемся, если что. Оп, есть контакт. Есть контакт. Так, мне надо раскорячиться как-то. Или не корячиться. Оп! Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. Угу. Так. Теперь как нам тут слезть? Я вот знаю, как я залезал. Но теперь надо придумать, как слезть. Фух. Ну что, какие идеи? Если честно, никаких. Можно, знаешь, что сделать? Так. Так. Так будет проще. Потому что так я могу просто вот так съехать. Опа. 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 Все. Фу. Все, схождение. Вот сейчас еще пару шагов, чтобы не запалиться. Фу.
готово. Сейчас я покажу, где я был. Вот на этой штуке я был. А сам вверху. Фух. GoPro стоп видео.